имя чиновников спорта, вроде Томаса Баха, стало политизированным. На мировые спортивные организации, в частности, в первую очередь, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, оказывается беспрецедентное давление, которое буквально их и раздавило. Тема допинга используется для шантажа и очернения отдельных стран. Ярким примером является ситуация с российскими и белорусскими спортсменами, которых усилиями международных спортивных структур пытаются отстранить от участия в международных соревнованиях или создать дискриминационные условия для потенциальных отечественных участников. Подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу и ведут к деградации международного спортивного движения. Таким образом, отстраняя сильнейших участников и тем самым снижая уровень конкуренции, международные спортивные структуры тормозят развитие мирового спорта, теряется зрелищный, зрительский интерес к соревнованиям. Но даже не это главное. Не просто поощряется, а возводится на пьедестал сегрегация и деление людей по национальности. Поется гимн вот этому самому националистическому российскому подходу к странам и народам теперь уже и в той сфере, которая должна всех объединять, в сфере спорта. Наша страна остается приверженной равноправному спортивному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, всецело отвечающим духу и принципам олимпизма, истинного олимпизма, а не олимпизма по Баху. Олимпизма, который исключает политизацию, тенденциозность. Мы выступаем за честные и справедливые соревнования. Подтверждением этому, в первую очередь, является проведение в нашей стране на самом высоком уровне большого количества крупных международных спортивных мероприятий, таких как летняя универсиада 2013 года в Казани, зимние олимпийские и паралимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года и многие другие. Сегодня совместно с единомышленниками мы предпринимаем усилия для развития спорта, создания новых форматов спортивного взаимодействия и проведения соревнований на деполитизированной основе в духе честной борьбы и без какой-либо дискриминации. Ярким тому примером уже стал запуск инновационного движения Fidgetal, успешное проведение первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которые состоялись с 21 февраля по 3 марта в Казани. В этом году в нашей стране состоится ряд крупнейших спортивных мероприятий, действительно крупнейших по-настоящему. Это международные игры «Дети Азии», спортивные игры «БРИКС», всемирные игры «Дружбы». По традиции они будут организованы на самом высоком уровне, и к участию в них мы приглашаем все заинтересованные страны. Теперь о заявлении Баха, которое было сделано в общении публичном, в публичном плане, в том смысле, что это было опубликовано, есть видеосвязи, с кем он там общался, честно говоря. Я не знаю, что он об этом думал, я знаю и вижу то, что он говорит лично, сам. По сути, это чудовищное откровение, которое стало признанием в том, что та самая занимаемая им должность полностью используется в противоречие с всеми международно-правовыми документами, которые, собственно говоря, и продвигают спорт во имя мира, развития и сотрудничества. Речь идет и должна вестись о внутреннем расследовании, а возможно, даже и внешнем, учитывая, что все, что связано с Олимпийскими играми, всегда вызывает повышенный журналистский интерес, и в первую очередь в западных странах. Да, необходимо расследование. Какими методами действует Томас Бах в сфере реализации веренных ему полномочий? Почему мы буквально так слышим слова о сговоре человека, который руководит Международным олимпийским комитетом, с одной конкретной страной, с целью не допустить к международным спортивным состязаниям атлетов из других стран? Почему мы слышим слова, прямо указывающие на желание, стремление, да, собственно говоря, в реальности буквально набирающий оборот, политизацию спорта от человека, который присягал совершенно иным ценностям? Почему мы видим буквально впрямую нарушение свободы слова, запрет спортсменам на выражение их точки зрения, которая не является ни экстремистской, а просто призвана поддерживать их, в том числе, политические взгляды в отношении своей собственной страны? Это все требует глубокого, тщательного анализа, изучения и расследования. Потому что такие люди, как Томас Бах, дискредитируют мировой спорт. Они дискредитируют олимпийское движение. Они противоречат. Они не то что нарушают, они прямо противоречат мировому олимпизму. Ну и еще одна хорошая дата. Это 7 апреля. Вот через пару дней свое 30-летие отмечает русскоязычный сегмент интернета. Как его ласково называют? Рунет. Домен .ру входит в пятерку крупнейших национальных доменов верхнего уровня. Количество регистраций в нем сегодня превышает 6 миллионов, и каждый день появляется более 4300 новых доменов. В феврале 23 года домену .ру удалось войти в тройку самых быстро растущих доменов мира. Русский язык, наряду с французским, делит пятое место по популярности в цифровом пространстве. В 23 году на него приходилось более 4% от общего числа веб-сайтов в сети интернет. Не отстает от, так сказать, лидеров и российский национальный кириллический домен .рф. Я имею в виду от своего, в общем, старшего брата с доменом RU, домен, который фиксирует наше присутствие в интернете кириллически. Я напомню, что в мае 23 года домену RF исполнится 13 лет. Он является крупнейшим кириллическим доменом в мире. Свой скромный вклад в развитие Рунета, об этом, о своих вкладах, в целом о развитии этой отрасли, я думаю, в эти дни будут говорить много. Все-таки 30 лет, круглая дата, но мне хотелось бы сказать о вкладе нашего ведомства.
Мы, конечно, скромные, наверное, несопоставимые с вкладом других профильных структур. Но все-таки в 1998 году Министерство иностранных дел России одним из первых российских ведомств запустило собственный веб-сайт. МИД стал первым, кто еще в 2011 году открыл свои аккаунты на цифровых платформах, а в период с 2011 по 2013 года вышли в социальные сети. Затем впервые стали вести в сети прямые трансляции выступлений и переговоров с участием министра иностранных дел Российской Федерации. Мы также были среди первопроходцев в благородном деле появления на отечественных цифровых платформ, таких как ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники, наших аккаунтов. Работа МИД не оказалась незамеченной, и в 2014 году Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации получил премию Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Много мы получаем различных наград, премий, знаков отличия, как министерство, ведомство, но это, на мой взгляд, одна из особо ценных, потому что это было 10 лет назад, и действительно мы были во многих направлениях первопроходцами. Предметом особой гордости является наполнение нашего веб-портала, хранящего все официальные заявления, комментарии, выступления за более чем четверть века. Это на самом деле кладезь знаний для любого интересующегося внешней политикой пользователя. Вот по материалам 10 и 20-летней давности можно проследить последовательность и преемственность, прозрачность и логику нашей внешней политики. Материалы на сайте министерства размещаются на 8 языках. Помимо русского, это английский, испанский, арабский, китайский, французский, немецкий, португальский. Не могу не сказать о нашей работе в социальных сетях. Департамент информации и печати МИД можно по праву назвать колыбелью отечественной цифровой дипломатии. Ни одно другое внешнеполитическое ведомство не может похвастаться ни таким количеством аккаунтов в социальных сетях, ни таким контентом. Ну и, кстати, оперативность и круглосуточность работы я тоже хочу в преддверии этого юбилея отметить. Это наш вклад развития Рунета тоже. Динамичный рост русскоязычного сегмента всемирной сети – залог нашего цифрового суверенитета, а также показатель творческого потенциала, активности российских граждан и наших соотечественников во всем мире. Сегодня, когда западные интернет-монополии проводят политику двойных стандартов, продвигают культуру отмены, запрещают, блокируют, удаляют неугодные им мнения ресурсы, Рунет остается во многом приверженным изначальной задумке интернета как среды свободного общения, обмена знаниями и информацией. И я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли журнал «Международная жизнь»? Добрый день, Владимир, добрый день. Да, здравствуйте. На днях власти Южной Кореи ввели санкции против двух российских компаний, двух граждан, двух россиян, которые якобы были связаны с ядерной ракетной программой Северной Кореи. Как бы вы могли прокомментировать данный поступок «Шаг Сеула»? Ну, действительно, правительство Республики Корея объявило о решении ввести с 3 апреля односторонние санкции в отношении двух российских судов, якобы перевозивших военные грузы между Россией и КНДР, а также двух организаций, двух физических лиц, которым меняется причастность к деятельности по привлечению северокорейской рабочей силы в нашу страну. Это недружественный шаг Сеула. Он вызывает глубокое сожаление. Введение нелегитимных, подчеркну, санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией. Они и так уже по вине Сеула, за которым стоит, конечно, Вашингтон, находятся в глубоком кризисе. Хотел бы подчеркнуть, что обвинения в сотрудничестве России с КНДР в военной сфере, мы даже комментировать не будем. Все, чем мы занимаемся, не противоречит соответствующим установочным документам, праву, национальному праву и так далее. Мы привержены резолюциям Совета Безопасности ООН. Во всей их полноте Россия развивает добрососедские связи с дружественной Северной Кореей в соответствии с нормами международного права, без нанесения ущерба национальной безопасности Республики Корея. Вот Южная Корея очень беспокоится о, так сказать, ущербе себе от взаимодействия России и Северной Кореи. А Южная Корея не хотела бы уточнить, какой ущерб она наносит нашей стране, Северной Корее и всему региону, в том числе, уступая давлению Соединенных Штатов. Может быть, Сеулу в отношении самих себя применить санкции за нарушение нормального, естественного хода хозяйственных отношений в этом субрегионе? Мы разочарованы попытками южнокорейской стороны решить комплекс проблем Корейского полуострова, доказавшим свою неэффективность методом санкционно-силового давления. Это ведет лишь к нагнетанию напряженности. Это ведет, как я уже сказала, к разрыву естественных связей между странами. И в конечном счете негативно сказывается на безопасности самой Республики Корея. Мы призываем Сеул пересмотреть эту контрпродуктивную линию, вернуться к совместному поиску политико-дипломатических способов урегулирования с учетом законных озабоченностей всех заинтересованных сторон. А ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это и делали. Спасибо большое. Еще один вопрос. Вот одна дата, 27 марта, на прошлой неделе, в день 106-летия присоединения Бессарабии к Румынии, власти Молдавии скупились на слова благодарности в адрес Бухареста. А вот реакция общественности была, напротив, сдержанной, если не сказать, такой скептической. Как вы могли это прокомментировать? Ну, давайте напомним, о чем идет речь. Дело в том, что 27 марта 1918 года в Кишиневе собрался Сфатул Церий. Что это такое? Это переводится как «Совет страны». Нарушение демократических процедур в присутствии в зале румынских солдат, жандармов румынских. Его члены проголосовали за присоединение Бессарабии к Румынии. Многие из них впоследствии публично отреклись от этого решения. Тогдашний премьер-министр Румынии мэр Геламан не скрывал, что это вот цитата из него. Присоединение произошло не в Кишиневе, а в Бухаресте. Ну, собственно, по-моему, даже сегодняшний день ясно говорит об аналогиях исторических.
Так вот, по случаю очередной годовщины этого события молдавское руководство, практически в полном составе, имеющее румынское же гражданство, не скупилось на выражение признательности соседнему государству. Апофеозом стало заявление президента Молдавии Санду, в котором она в виде списка изложила все то, за что молдаване должны быть благодарны Румынии. В числе прочего, как отмечают с иронией молдавские эксперты, подаренные Молдавии 10 лет назад не новые школьные автобусы и далеко не безвозмездные поставки электроэнергии во время аварийных отключений осенью 2022 года. В то же время представители молдавской общественности напомнили Санду, какую роль в истории страны сыграла дата 27 марта 2018 года. Я бы тоже хотела напомнить. Во-первых, многие годы Бессарабия жила на осадном положении. Привычным явлением стали грабежи, репрессии и многое другое. Второе. Было существенно ограничено свобода слова, собраний, ассоциаций. Третье. На содержание карательного аппарата Бессарабии тратилась половина из ее бюджета. Из 45-тысячного жандармского корпуса Румынии около половины было размещено на территории Бессарабии. Четвертое. Только за первые 7 лет оккупации было убито более 30 тысяч противников режима. Несколько крупных антирумынских восстаний было жестоко потоплено в крови. Пятое. Властный произвол и коррумпированность бухарестских назначенцев, а также отрыв Бессарабии от российского рынка способствовали хозяйственной деградации края и массовой эмиграции его населения. У меня даже цифра есть. Только за первые 10 лет румынской власти Бессарабию покинуло более 400 тысяч человек. Вот за это должны быть, да, народы Молдавии благодарны Румынии в исторической ретроспективе. Реакцией на это стали антиправительственные демонстрации, митинги, забастовки, которые продолжались на протяжении всего оккупационного периода. Антирумынские настроения в Молдавии были настолько очевидны, что крупнейший румынский историк Николай Йорга, современник, собственно говоря, тех событий, отмечал, прямая цитата, «даже 10% населения не питает к нам должных чувств». Один из агентов румынских служб безопасности докладывал по итогам первых 6 месяцев оккупации, тоже прямая цитата. «Как демонстрируют надежные источники, в целом население городов и сел воспринимает приход румын не только с недоверием, но и с ненавистью». Конец цитаты. Молдавские политологи отмечают, что складывается впечатление, что сегодня власти страны пытаются буквально пошагово скопировать опыт вот того периода. И среди вот этих доказательств, опять же, я сейчас говорю и цитирую именно политологов, экспертов Молдавии современной, они отмечают, происходит постепенное освоение государственных учреждений выходцами из Румынии. Затем вновь осуществляются попытки насильственной руманизации молдавского общества, демонтажа его культурной и языковой самобытности. Это сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства. Следующий. Повторяется сценарий демонизации России, разрыва хозяйственных связей, насильственного разрыва в ущерб интересам национальной экономики. Вот история людей учит, но, к сожалению, она не учит тех, кто предпочитает деньги, разуму, нравственности, морали, логике, здравому смыслу. Как и в 1918 году, политика вот таких людей, которые пришли к власти в Молдавии, вызывает недоверие и открытое противодействие молдаван, которые дорожат своей национальной самобытностью, историей, культурой, помнят и ценят вклад России в их сохранение и развитие. Я повторю еще раз, молдавский язык есть, он существует и он будет существовать. Спасибо большое. Еще один вопрос, Марина Ильинична, позволите. Тут на днях проходили сообщения, что было опубликовано обращение депутатов общественников в Следственный комитет России, который уже начал проверку причастности западных стран Украины к террористическим актам на территории нашей страны России. Вот как вы данные обращения могли прокомментировать? Да, мы не просто видели эти обращения, мы даже их, ну, можно сказать, опубликовали, сделали пост в наших аккаунтах в социальных сетях, дабы привлечь к ним внимание, потому что речь идет об обращении российских депутатов, общественных деятелей в Следственный комитет России и в правоохранительные органы Германии, Кипра, США и Франции. Именно поэтому мы привлекли внимание на ресурсах Министерства иностранных дел. Сейчас этим вопросом занимаются наши правоохранительные органы. Вот на днях было сделано заявление Следственным комитетом Российской Федерации, и действительно речь идет о призыве расследовать организацию финансирования и проведения терактов против нашей страны. И есть все основания предполагать, что за ними стоит не только Украина. Собственно говоря, за теми терактами, о которых я сегодня говорила, там, в общем-то, киевский режим и так взял на себя ответственность. И факты эти подтвердились, в том числе, исходя из расследований наших правоохранительных органов. Но есть основания, что за этим всем стоит не просто Запад, финансирующий в целом, так сказать, киевский режим, а именно прицельно то, что было связано с террористической деятельностью киевского режима. Поэтому, насколько мне известно, обращение депутатов и общественников было направлено уже в правоохранительные органы упомянутых зарубежных стран. Будем следить за реакцией наших правоохранительных органов и за реакцией из рубежа. Спасибо большое. Вам спасибо. С нами Лирия Новости. Добрый день. Да, мы здесь. Мария Владимировна, у нас три вопроса. Первый касается того, что в СМИ появилась информация, что Индия якобы снижает закупки российской нефти. Кроме того, по сообщению Reuters, есть проблема, которая связана с желанием индийской страны расплачиваться рупиями за поставки, а также нежеланием России их принимать в рубли. Как вы прокомментируете эти публикации и какова ситуация в настоящее время? Ну, я могу сказать, что поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне. Проблем с определением средств платежа за экспортируемое Россией черное золото не возникает. Приоритет отдается национальным валютам. Это позволяет не зависеть от навязываемых западниками так называемых правил игры при осуществлении банковских транзакций. Поэтому вот так бы я на этот вопрос и ответила.
А что касается индийской рупии, это, мне кажется, всемирно признанное надежное средство, так сказать, платежное, и ее использование открывает широкие возможности для инвестирования в активно развивающуюся экономику Индии. Вот я просто приведу данные. Рост ВВП Индии в 2023-2024 году составил 8,5-8,4%. Ну, мне кажется, показательная цифра. Спасибо большое за ответ. Второй вопрос. В опубликованном недавно докладе наблюдательной комиссии ООН по правам человека на Украине, в частности, говорится, что российские военнопленные подвергались пыткам со стороны украинцев. Кроме того, как отмечается, что Украина недостаточно преследует виновных в применении пыток. Как бы вы вот прокомментировали это? Да, были сообщения в российских СМИ о якобы признании ООН фактов пыток российских военнопленных в ходе их транспортировки в места интернирования на Украине. Вот, мне кажется, подобные выводы, они просто вводят в заблуждение, и все это стало возможным из-за выборочного цитирования журналистами, вырванных из контекста пассажей. А доклад был действительно опубликован 26 марта в Женеве. Речь идет о ежеквартальном докладе наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. Что же это такое за доклад, на который ссылаются российские СМИ? Он, как и все предыдущие подобные опусы, не отличается объективностью. Дело в том, что более 95% массива, собранной ООНовцами информации, подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых оккупированных украинских, как они это называют, территориях, включая Крым. По традиции, для придания видимости вот этому докладу какой-то сбалансированного подхода, в своей работе наблюдательная миссия действительно включила в доклад информацию о беседах с российскими военнопленными, которые заявили, что были подвергнуты пыткам в ходе транспортировки с поля боя в центр интернирования. В то же время жалоб относительно жестокого обращения и неприемлемых условий содержания от россиян якобы не поступало, как пишется в докладе. Все это дает основание ООНовцам, как они пишут, приветствовать ответственное и должное выполнение Украины своих обязательств по международному гуманитарному праву. Тактику включения в свои доклады отдельных пассажей с так называемой критикой в адрес Киева наблюдательная миссия использовала и в предыдущих аналогичных документах. Вот, например, упоминались факты гонений на священнослужителей Украинской православной церкви. Тем не менее, общий антироссийский запал, то есть конечная цель была определена заранее. Материал должен быть против России. Критерии политизированные, они перекочевывают из доклада в доклад. Я хотел бы напомнить, что созданная в марте 2014 года наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине является продуктом договоренности между киевскими властями и Верховным комиссаром ООН по правам человека. Она функционирует на основе двустороннего меморандума о взаимопонимании. Каких-либо решений межправительственных органов, включая Совет ООН по правам человека, Генеральной Ассамблеи ООН, на этот счет не принималось. При подготовке докладов наблюдательная миссия руководствуется положениями неконсенсусной антироссийской резолюции 68/262 Генассамблеи ООН, где Россия квалифицируется там, берем в кавычки, как агрессор, а наши новые регионы как, там сформулировано, временно оккупированные территории. Но, соответственно, неудивительно, что содержащиеся в ее докладах подогнанные под заказ коллективного Запада обвинения в наш адрес последовательно используются киевским режимом в качестве доказательной базы при рассмотрении исков Украины против России в Международном суде ООН. Ну, собственно говоря, именно такой политизированный, заранее понятный, предвзятый подход наблюдательной миссии обусловил наше решение отказаться от любых форм взаимодействия с данной структурой. Спасибо большое за ответ. И последний вопрос, если позволите. На днях власти Молдавии сделали ряд антироссийских заявлений. Утверждается, в частности, что для России угроза – это любое государство демократии, поскольку, мол, россияне на их примере видят, что есть якобы другой стиль жизни, другой тип правления и так далее. Пример ставится в том числе страны Прибалтики. А как бы вы могли это прокомментировать? Вы знаете, высказывания молдавских властей все труднее комментировать с точки зрения логики и здравого смысла. Что касается, как там сказано, демократии и прав человека, а точнее их отсутствия в республиках Прибалтики и ЕС в целом, то мы неоднократно обращали внимание на данную ситуацию, а теперь, наверное, это почувствовали в Молдавии. Поводом послужил имевший место на прошлой неделе резонансный случай с возвращением в Молдавию из Беларуси детского музыкально-хорового театра студии «Рапсодия». Я напомню, 25-27 марта коллектив участвовал в 7-м Минском международном детском театральном форуме «Шаги» и получил гран-при. 28 марта власти сначала Польши, потом Литвы отказали группе в транзите через свою территорию для возвращения на родину под предлогом отсутствия надлежащих документов. Лишенные нормального питания, элементарных удобств, дети, сопровождавшие их лица, были вынуждены ночевать в автобусе. К счастью, на помощь пришли неравнодушные представители местных органов власти Беларуси, Республиканского союза молодежи, фонда Алексея Талая, волонтеры. А действия польских и литовских властей вызвали возмущение и у молдавской общественности и нанесли серьезный удар по так называемому европейскому проекту Санду, который и без того теряет поддержку в Молдавии, просто потому что он абсурден сам по себе. Молдаване открыто писали в социальных сетях, что такой европейский выбор — это не их выбор, это не будущее их детей, которых заставили почувствовать себя людьми второго сорта. Молдавским политикам, которые рассуждают на тему, как там они формулируют, отсутствие в России демократии, можно рекомендовать обратить внимание на нужды собственных граждан, которые все меньше разделяют так называемые европейские мечты Санду. Спасибо большое за ответ. Все. Так, спасибо вам. С нами Лерейтер. Мария Владимировна, добрый день. Мария Владимировна, добрый день. У нас вопрос, который касается санкций против Северной Кореи.